Здравствуйте, дорогие зрители моего канала! Позвольте сначала вас поздравить со всеми прошедшими праздниками. Пожелать вам всего самого доброго в наступившем году. А сейчас я вам расскажу о том, какие планы у меня есть на весенний семестр и что можно будет увидеть на моем канале. Я буду продолжать читать лекции по грамматике. Это все я буду продолжать делать. Я начну читать лекции, если все будет так, как я задумала, 29 января. И буду выкладывать по одной лекции в неделю. Кроме того, будет продолжаться работа в рубрике «В гостях у Зои». Вот уже совсем скоро появится интервью с моей бывшей студенткой, которая теперь студентка университета. Кроме того, я активировала свой канал на платформе Patreon. Значит, там у меня три ступени или три тира, как это называется на Патреоне. Первый тир называется «Даритель». Это для тех, кто любит смотреть на то, что я делаю на Ютубе. Ну, ему хочется поучаствовать в том, что я делаю, вот таким образом, поддержав меня. Второй тир или вторая ступень – это то, что я назвала «слушатель». Там я планирую читать курс лекций, довольно подробный, о своем видении грамматики, о своем методе преподавания. А участие в этом тире стоит $10 в месяц. И, наконец, третий тир или третья ступень. Я ее назвала «член клуба». Это для тех людей, которым интересно будет послушать и то, о том, что я делаю вне класса. Там будет много рассказов про то, как я работаю с текстами, когда я выбираю их, например, для спектаклей на Масленицу, какие это тексты, что, собственно говоря, я с ними делаю, как продумывается все это, как идет работа со студентами, как продумываются костюмы, что влияет на это, какие реквизиты, мизансцены. И я буду рассказывать о заседаниях клуба «Самовар». Там у нас было уже много заседаний, не обо всех написаны тексты, о некоторых написано, обо многих не написано. Я там рассказываю о довольно важных вещах, о которых нет времени рассказывать на занятиях. Рассказываю о русских диалектах, рассказывала уже о реформах русского языка, о писателях, о некоторых мы посвящали заседания клубов. У нас было заседание, посвященное Тургеневу, например. Было заседание, посвященное Лермонтову, это вот в их юбилейные годы. Были заседания, посвященные страноведению, ну и много-много-много другого всякого разного. Буду рассказывать и о путешествиях по России, которые мы проделали с моими студентами в течение многих лет. Об этом я довольно подробно писала, но буду еще и рассказывать об этом. А также буду рассказывать о том, о чем члены клуба пожелают узнать. Вот это, собственно говоря, и все, что я вам хотела рассказать. Такой свой небольшой анонс я на этом, пожалуй, закончу. Всего доброго. Надеюсь, что до новых встреч. И увидимся.